Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообщался с лидерами и активистами ямальских молодежных движений. Сейчас ребята находятся в Тюмени в детском оздоровительном лагере «Серебряный бор». Встреча прошла по видеосвязи. Более 200 ребят в возрасте от 10 до 17 лет участвуют в профильной смене. Это представители региональных общественных организаций. Российское движение школьников, Юнармия, поисковое движение России и другие. Основная цель профильной смены – знакомство с новым общероссийским движением детей и молодежи. О его развитии на Ямале ребята поговорили с главой региона. У нас на Ямале разные есть программы, которые мы поддерживаем. Это и путешествия по нашему региону. Ребята ездят разных возрастов. Это наша молодежная, наши поездки в детские лагеря. Будь то летний период на море, будь то в течение года. Много-много всего делаем. Мы будем дополнительные какие-то истории придумывать. Общефедеральные программы поездок. Вот мы, безусловно, потихонечку будем переводить возможность участия в этих программах, в том числе на движение. Чтобы членство в движении давало определенные возможности. Да? И через такие понятные механизмы, будь то успеваемость, будь то внеклассная деятельность, будь то там спортивные достижения, общественная работа, да, волонтерская, будет понятно, зачем все это происходит. Напомним, общероссийское движение детей и молодежи было создано по инициативе участницы конкурса «Большая перемена». Идея получила поддержку главы государства. Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет движения. В состав совета вошел губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По его поручению в каждой ямальской школе до конца года появятся первичные отделения движения.